согреть всем миром. Наши телезрители интересуются судьбой обманутых дольщиков, которые заселились в недостроенный комплекс новинки Смарт-Сити и пытаются им помочь. Вот этот обогреватель из поселка Ждановский Кстовского района от местного жителя Владимира Степанова. В преддверии зимы такой подарок особенно необходим. Здесь топят буржуйкой, колят дрова, используют все доступные генераторы и обогреватели. Сейчас отапливают комнату из-под бывшего офиса продаж. Тепло необходимо, потому что на территории жилого комплекса дольщики несут круглосуточную вахту и самостоятельно охраняют дома от мародеров. Я увидел репортаж в новостной программе. Ну вот как-то все так совпало, что у меня или этот самый обогреватель лучше помочь людям. Чувствую, нуждаются. Я это очень близко к сердцу принял. Вот. Чем могу, хочу помочь. Огромное спасибо всем тем людям, которые откликаются, которые привозят даже воду питьевую нам на КПП. Вот вы привезли обогреватели. То есть мы очень рады и благодарны тем людям, которые нам помогают.